Всем привет, обзор смартфона Asus Zenfone 8 Flip на 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию, что должно идти с ним в комплекте. Так, открываем коробочку. Так, тут конверт. В конверте у нас скрепка для сим-слота, документация и чехольчик. Сейчас аккуратненько его откроем. Так. Такой вот чехольчик с вырезом под нашу камеру. Вот. Asus Zenfone. Пластиковый. Вот. Такой вот чехол. Покажу, как будет выглядеть ним устройство, потому что это необычная прозрачная накладка, как обычно идет, да, из силикона. Это хорошенький такой неплохой чехол. Так, дальше сам смартфончик. И остальная комплектация — это кабель Type-C. Причем с Type-C на Type-C не люблю, когда так делают, потому что нельзя подключить к компьютеру, если у вас на компьютере нет выхода Type-C. То есть нужно иметь переходник или уже иметь USB кабель с Type-C. Вот, ну и такой же адаптер, который можно использовать только с таким кабелем. То есть в этот адаптер нельзя будет поставить, например, какую-то другую зарядку для другого телефона. То есть сейчас так часто делают на всех флагманах, но мне это не нравится. Лучше, когда просто обычный USB. Вот так более практично. Более привычно. Так, хорошо, теперь по самому смартфончику. Вот. Сделан смартфон из стекла. Сзади закаленное стекло. Вот, это камера. То есть камера тут одновременно и основная, и фронтальная. Она выкидывается наперед, когда мы включаем режим фронтальной камеры. Так, слева у нас слот. Справа кнопка включения, кнопки громкости. Кнопка включения, она также служит и смарт-кнопкой. Под ней можно делать различные функционалы в настройках. Снизу Type-C, порт, динамик, микрофон. Так. Такое вот симпатичное премиальное устройство. Стекло, металл, премиальные материалы корпуса. Так, и давайте сначала слот откроем. Так, откроем слот. Не хочет вылазить полностью. Не очень подходит такой вот стандартный ключ. Сейчас попробуем его закрыть назад и еще раз открыть. Не подходит этот стандартный ключик. Сейчас возьму какой-то другой. Пробуем этим. Этот вообще не подходит. Такой еще у меня есть. Вот, этот подошел лучше. О, получилось достать слот. В общем, там обычные такие клички не подходят. Нужно сразу распаковывать оригинальный и открывать оригинальным, чтобы не мучиться. Ну или просто каким-то очень длинным, какой-то длинной скрепкой. Так, слот у нас полноценный на 2 нано SIM карточки, microSD карточку для расширения памяти. Так, ну и включаем смартфон, пока включается, посмотрим, как он выглядит в этой задней накладке. Вот. Такая вот защита сразу. Ну, прикольно выглядит, неплохо. Накладку. Так, экран у нас Full HD, AMOLED, 2400 на 1080 точек, 90 Гц. Перейдем в настройки. Так.
система о телефоне, Android 11, Z Flip. Какое-то обновление системы есть, странно, вроде устанавливалось на 200 мегабайт, ну, окей, пусть будет. Так, перейдем, смотрите, китайский Geekbench 5, Android 11, процессор у нас Snapdragon 888, 8-ядерный, 4+3+1, вот тактовая частота ядер, не видим. Видеоускоритель Adreno 660, разрешение дисплей 5 примерный. Смотрим результаты тестов. Одноядерный, мультиядерный тест, очень хорошие результаты. То есть тут лучшие по рейтингам наше устройство, лучшее по рейтингам. И по видеоускорителю, ну, тоже неплохо. Закрываем, смотрим Antutu Benchmark. Очень приятный лаунчер, кстати. Приятные анимации, то, как выглядит, то, как открывается. И особенно, как закрываются, хочу это отметить. Очень приятный лаунчер. 800 тысяч пунктов набирает в Antutu Benchmark. Очень крутой результат. Так, смотрим рейтинг. 800 тысяч пунктов. Мы 4. Asus Zenfone 8. Realme GT. ROG Phone 5. Red Magic 6. По производительности тут полный порядок. В игрушках тоже все супер. Вот открываю GTA San Andreas. Вот GTA San Andreas отличается для различных моделей, то есть, например, для каких-то бюджетных смартфонов, там максимальный уровень графики, он будет отличаться от максимального уровня графики, например, для этого устройства. И сейчас мы посмотрим на то, как работает GTA San Andreas. То есть тут будет практически, ну, как компьютерный вариант. Да, вот как GTA San Andreas работает на компьютерах, без урезаний. Настройки, дисплей. Все ставим на максимум. Выпускаем. Ну, как бы вообще без проблем. Идеально работает. Все супер. Закрываем. Так, по камере. Камера здесь основная 64+12+8 мегапикселей. Вот, основная 64-мегапиксельная, ультраширокоугольная и телеобъектив на 8 мегапикселей. Вот. Она здесь как бы флип. Откидная, да, камера. Вот. Вот, то есть мы включаем фронтально, и она вот таким вот образом выдвигается спереди и закрывается. То есть вот так вот это выглядит. Вот. Такая вот флип камера. То есть у нас супер качество как на основную камеру, так и на фронтальную камеру. Сейчас я вам покажу снимки на основную камеру этого устройства. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!